Первая остановка за 3 часа. Rest area, Пенсильвания. Зона отдыха Пенсильвания. Туалеты, мужской и женский. И автоматы с перекусом. Это магазин сидра. Здесь продают сидр. Я нашла то, что мы ищем. И ботинки прямо такие. И шляпа. And North Carolina, and it goes all the way right to New York, where we live too, and it goes all the way to Maine. We could go to New York by walk. Could you explain, please? Sure. This is Tennessee. This is North Carolina. Great Smoky Mountains. Would you like to go North Carolina? Sure. But more North Carolina. And fruits. Oh, strawberry. Strawberry. Моя порция. Порция Марка. Да, есть разница. This is the Mississippi River. Look at that. That's fucking awesome. Смог сосиски. Наш обед. О, да.
Почувствуйте эту атмосферу. Поля, коробки, дорога и грязное стекло. Не отмывающееся. Weeks, I guess. We'll see. Да, это комната, в которой мы будем жить около 2 недель примерно. Посмотрим. Our closet. Шкафчик. Cool. Круто. Bed. Кровать. Soft. Мягкая. A little coffee machine. Маленькая кофемашина. Но мы свою купим потом. Бесплатный кофе. A pretty good view of the city. Вид, очень красивый вид на город. Yeah. Красота. Next, please. What's next? Oh, bathroom, yes. Что там дальше? Да, Паш. Ванная. Tub. Shower. Cool. Круто. И что-нибудь на концовку. Go, Austin!